Привет, ребята! Сегодня у нас на обзоре скрипыши 2 из магазина Магниту Дома. Второй скрипыш. Третий. Эй, крутыш, какой ты скрипыш? Коту Феликсу очень интересно, что же я тут раскладываю на столе. И последний, заключительный, пятый скрипыш. Так, какой же нам Саше открыть в самом начале? Пожалуй, начнем с первого. Скрипыши 2. Встречайте новых героев. В данной коллекции присутствуют скрипыши в виде эмодзи, всеми любимых героев мультфильмов Дисней и других типов. Всего в данную коллекцию входит 25 разных скрипышей. Давайте же посмотрим, какой у нас первый скрипыш. Вы, наверное, все уже догадались, да, что это за скрипыш? Конечно же, первый скрипыш у нас попался Магнит. Отложим скрипыш Магнит в сторонку. И сейчас будем открывать второй саше. Какой же у нас будет второй персонаж? Может быть, из Диснея? Вторая розовая упаковка, аналогичный текст, скрипыши 2. Встречайте новых героев, Магнит. И, кстати, ребят, вроде бы можно выиграть 11 iPhone. С правилами, наверное, можно будет ознакомиться на сайте Магнита. Так, что нас здесь ждет? Наверное, многие уже догадались, ребята. Это у нас скрипыш. Хэштегич! Вот такой вот веселый скрипыш. Отложим его в сторонку. Так, ребят, следующий у нас будет третий скрипыш. Надо выбрать его. Опа! Выбор пал на желтую упаковку Саше. Что же нас здесь ждет? Надпись «Ищи героев Дисней и собирай всей семьей». Друзья, специально скрипыши я не собираю. Третий. Так вот получается, периодически посещаешь магазин и вот так, что у нас здесь? Друзья, кто если увлекается, кто собирает этих скрипышей, поставь лайкос и напиши, какое количество удалось вам собрать. А здесь у нас, ребят, Салли Монстриш. Феликс, ты не испугаешься Салли Монстриша? Ну да ладно, ребят, хватит пугать кота, поигрались и дальше, будем продолжать. Четвертый у нас какой выбрать, этот или этот? Я их распаковываю в первый раз. Да, кстати, название всех скрипышей я посмотрел в интернете. Ну, этот у нас скрипыш... Та-дам! На вид такой вот беленький весельчак Олаф Дружбаныш. И, ребятки, всем привет, поставьте лайкосик под этим видосиком. Так, убираем его в сторонку, и теперь у нас остался заключительный пятый скрипыш, ребята. Интересно, что у нас здесь будет на самой упаковке Джин-Джиныш и Тыквыш, но не факт, что кто-то из них окажется внутри. Барабанная дробь, ребята! Та-дам! И это у нас странное, конечно, какое-то название, Кота-Рыгыш. Давайте дадим Феликсу, пусть он с ней познакомится. Да, название скрипыша, конечно, меня очень удивило. Ну все, она им надоела, ребят. Так, теперь все 5 новых скрипыши 2 у меня на столе. А это старые, кое-какие у меня были. Фокус-покус, ребят, абракадабра. Теперь надо все бумажки собрать, убрать их в сторонку и разложить всех скрипышей по порядку. Короче, ребят, у меня здесь в двух коллекций вот столько всего оказалось скрипышей. Феликс, залазь, будем вместе считать, сколько всего нам удалось собрать скрипышей. Ребята, мы однажды снимали ролик, когда нам удалось собрать 50 наклеек, и приобрели тогда мы в магазине Магнит пароварку, вставку для кастрюли. Заходи, кому интересно, посмотри этот видосик, ссылку на него оставлю в описании под этим видео внизу. Так, и всего у нас, давайте, ребят, начнем считать, наверное, с самого начала. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Всего у меня 11 скрипышей. Это все на сегодня. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Мне будет очень приятно. А мы с вами, друзья, увидимся в следующих выпусках. До скорого.